Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Ильи с ником Илья374, который находится в гильдии Я Легенда. Я Легенда 18+, но это, наверное, возраст. У Даши она списала 18+, и никто не знал, о чем речь. WhatsApp плюс 796-51-51-98-94, атака фартов 20-00, пропуск, недобор, багакик. Вот так вот все строго, 75-75, гильдия активная, судя по количеству активных игроков. Так, средняя сила, ну, в районе 300к можно кидать даже заявочку, 100-300, кидайте заявочку, вступайте в гильдию. Что у него там по ресурсам? 430 тысяч, скоро меня так догонят. Так, отлично. Аккаунт бездонатный, то есть 3975 это по сути не донат, сейчас даже миллион это не донат. Так, смотрим его алтарь, что у него есть. Друид четенький, тыковка вообще супер, смерть хорошая. Так, ара с ремочкой отлично, Дед Мороз с бавашкой отлично, варлок супер, дерево, четвертая ремочка, каргул отлично, укротитель отлично, медуза отлично, только ремка нужна. Так, 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 отлично, бастиончик стоит, отличный хранитель, вообще супер. Так, Анубис тоже есть, стрелок есть, Рину, огненка, ворожей, десяточка, купидончик. Просто отлично все. Так, Ладракула. Понятно, понятно. Допы пошли. Атлант ремочный. Так, что тут у нас еще такого интересного есть? Ну, дальше уже пошли допы. Череп, Дрейк. Ну, судя по тому, как прокачаны талантики и герои, аккаунт один из давних, судя по всему, больше чем 2 года однозначно. Оу, ничего себе, вот такая вот Афина. 8-8 воодушевление, десяточка. Я бы, конечно, наверное, в первую очередь бы даже не Афине, хотя Афина для фарма нужна, поставил бы тыковки. Так. Мы закончили на ком-то на Афине. Фрэнки есть, хранитель, куча ниндзиков, как вижу. Дальше пошли уже допы. Сердцеедка. Дракон тоже, кстати, есть. Наверное, его с коллекционера доставал. Мы тоже сегодня будем в коллекционер играть. Так, а что? У него уже собрана 5-я ремочка рунами. Сейчас мы ее найдем. 4-ка. Так, ну тут понятно все. Ну да, 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 аккаунт. Вот 5-я ремка. Если аккаунт бездонатный, 5-я ремка, это однозначно аккаунт играет очень давно. Так, что тут еще есть? Психощит. Даже 2-е есть уже. Неплохо. Ну, как для бездоната, я вам скажу, супер. Просто супер. Так. Так, хорошо. У нас сегодня коллекционер, рыцарь. У нас задача нарулить 15 рыцарей студенистых этих, чтобы получить Арктику. У нас на это все есть 44к. Попробуем. Но, как правило, практика показывает, надо свыше 50. Сейчас испытаем удачу. Так, яиц у него. Яиц у него нет, ребят. Поехали. По 450. Что у него со складом? Ну, Плюшкин, я говорю. Смотрите, сколько сундуков. Куча рун. Ладненько, поехали. Бум, одержимый хранитель. Вот так вот неплохо. Мне это уже нравится. Так, ну у нас задача рыцари.
Ну и, конечно, героев Химера. Химера у него есть уже не одна. Купидон. Так, есть. Одного героя мы получили уже. Отлично. Призрачный всадник. Знаю, ребят, я привык ролить быстро. Да, сука, блядь. Анубис, ребята. Это был Анубис. Вот это, блядь, топчик. Даже тут я не радуюсь только той же самой Арктике, да, там коробка. Сейчас будем дальше ролить. Мы получили сразу ремочку пятую. Эта ремочка охренеть как нужна была на бездонатном аккаунте. Купидон, забираем камень аугментации. Ну, блин, это однозначно, ребятушки, лайк. Побежали дальше. Так. Так. Друид. Душек. Блин, ведьма. Триант. Леди Лео. Булька. Еще рыцарь. И рыцаря собрали. Паладин. Ну, где, блядь, вы фиолетовые? Дракос. Леди Лео. Ну, неплохо тут сыпят легенды. За накопленные самоцветы. Смерть. Купидон еще один. Дракос. Вот рыцарь, еще рыцарь. Ну-ка глянем, что там у нас. Рыцари собрали. Смотрите, осталось 5 долбанных студенистых рыцарей. 5. Ребята, осталось 5. Пробуем. У, ворожай. Ворожай у него есть. Еще один рыцарь. Королева Гарпий. Паладин. Варлок. Ниндзя. Укротитель. Да, блядь, 4. 4 эктоплазма. Ведьма Купидон. Химера. Призрачный всадник. Эх, не получили мы того, что надо было. Придется, ребятушки, нам все-таки делать ход конем. Придется лишать его девственности, ничего не поделаешь. Люблю я это делать. Сколько нам там? 4 не хватило. Всего-то 4. Так, 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 так. Надеюсь, он не будет сильно злым, что мы лишили ее девственности. Обычно на это не обижаются. Но это я про девочек говорю. Девочки не обижаются. За парней не знаю. Так, сейчас пару секунд. Ну, не знаю, в принципе, смотрите, достали Тремку, достали Анубиса, Купидона. По-любому надо забирать уже все плюшки, однозначно, без этого никак. Так, а что у него там сейчас, пока время идет по подземочках? Ух ты! Фига себе! Вот, ребят, берите пример, без доната все подземочки пройдены. Все подземки пройдены. Отлично просто. А по волнам? Аджей. Аджей, у него... У него Фрей нету. Да, у него, к сожалению, нету Фрей. Так, окей, отлично. Ход конем. Это ход конем. Ну давай. Раз, два, три. Все, ребят, вот так вот делается.
лишаются аккаунта девственности. Ну что, можем его поздравить, у него появился бог войны, появилось воодушевление рунами и талантиком. Получить все. Так, есть самики. Невозможно получить, потому что у нас не хватает места. Сейчас мы это исправим. Получить все. Забрали. Войти. Так, есть, да? Это все у нас есть. Получить, получить, получить. Поехали дальше ролить. Надо 4 эктоплазма, и мы соберем полностью все. Не эктоплазма рыцаря, уже 3. Купидон, Атлантикор. Суккуб. Увеличить, увеличить. 2 осталось, Ноузила. Рыцарь. Ну, как-то, честно говоря, я не особо смотрю, один остался. Чтобы у нас падали топовые герои. Все, есть, мы это сделали. Сейчас мы уже так по Берику доролим. Рино. Рино, 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 Рино. Рино у него есть. Ронин, ребята, ему нужен был Ронин, и мы его достали. Фрэнкен, повторочка есть. Вот это кайф. Когда под конец уже падает то, что надо. Так, добиваем Дед Мороз. Хранитель, Душек Химка. Просто отлично. Есть. Есть, здесь. И Фрея есть. Вот это кайф. Ну, я надеюсь, он не пожалеет. Так. Ну, Повелителя Бури, к сожалению, не собрали мы. Заклинательницу. Ну, у нас есть Фрея. Обмен. Подтверждаете. Успешно нанят. Войти. Так, по местам у него тут все. Он сказал, можно сливать кого-то в друида. Берем друида, улучшить. Так, у него тут друиды есть 80 уровня, вот эти вот использовать. Так, забрать Арктику. Собрать. Коробочка есть. Войти. Еще сейчас одного друида сольем. Улучшить навык. Еще один друид. Окей. Ну, в общем, сделали все по максимуму, четенько и красиво, а он уже сам дальше там с нюансами разберется. Так. Побежали, открываем. Лучки. Так, 15 кулачков у нас есть. Так, ремка этот, сейчас мы пораставляем, использовать, окей. Окей. Анубиса не открываем, открываем Фрею. И надо еще Ронину открыть, сливаем еще одного героя. Так, улучшить навык, предметы. Открываем Бонина. Та-та-та-та-та. Так, есть. Смотрим, что там у нас по талантикам. Вообще, что у него по рунам творится на прокачку. А у него их практически нет. Что с кулаками? 21 тысяча. Бум-бум-бум-бум. Подземки у него, конечно, пройдены. Тут стоит вопрос по поводу воодушевления, бога войны и ремки использовать.
Так, что у него там на смене стоит? Давайте посмотрим так. Так, Фрея такая, так, так и так. Арктика. Ну, я думаю, однозначно ремочку надо ставить пока на Арктику. Давайте используем смены вот эти. Попробуем, может, что-то вылетит. Просто, блядь, топчик. Бог войны. Я даже не знаю. Давайте посмотрим, кто у него тут по героям. Кому смерти можно бог войны влепить. Так, смерть. Ну, Анубис, думаю, все-таки бог войны этот пойдет на Анубиса. Однозначно на Анубиса. Четвертая. Да. Малышник. Ставим на Анубиса. У него, в принципе, есть еще один Анубис. Захочет кого-то прокачать, прокачает. Ну, мы делаем вот так. Делаем еще две смены. Открываем коробочку. Бег. Ну, поставим пока на Ронина. Пусть бегает хоть быстро. Заменить. Выбрать предмет. Так. Есть ремка, тут вариант Купидон, либо Купидон уставить, либо ставить, опять же, у него подземки пройдены, либо ставить Арктики. Я не знаю, я не буду ставить, потому что он уже сам определится, кому ставить. Либо Арктики, либо этому. Также Бог войны, еще один у него остался, он тоже уже подумает, кому поставить. Но его воодушевление, я надеюсь, он все-таки поставит на тыковку, сольет ей берс. Но у него подземки пройдены, он может кому-то другому захочет поставить варианты, как бы есть, можно тому же самому ворожаю поставить. Тоже неплохо будет. Ну, в общем, он сам определится уже. Малыш Ник на бога войны тоже нормально. Ну, я не знаю просто, где какого героя он использует. Все, ребят, вот такой вот у нас был топовый роллинг. Мы сделали все, что можно было по максимуму, достали охрененных ему героев, сделали максимальную отдачу с акцией коллекционер. В принципе, все. Пишите комменты, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте репостики, участвуйте в конкурсах. Всем пока!